Всем привет, это Алекс, и сегодня мы будем проходить заказ от Себастьяна Падре Ибарре, который он попросил выполнить. Проходить мы его, конечно же, будем на наивысшем уровне сложности, и давайте посмотрим, как это можно сделать. Один человек хочет освободить ближнего своего от груза земных ценностей. Конкретнее, нужно украсть гитару Кэрри Евродина. Работа простая, плата высокая. Я отправил подробности. Буду ждать. Пройдешь, по ушам долбит. Тусовка какая-то. Ха, если бы. Это Слейтон опять. Вечно врубит на полную катушку. Одну и ту же дерьмовую группу. Музло орет, даже когда его дома нет. А хуже всего, когда он вылезает из норы и начинает вещать. Сильверхенд то, Евродин сё. И хер ты его заткнешь. Часами пиздеть может. Он ёбнутый. Серьезно. Все тексты наизусть знает. Помнит, когда какой альбом вышел, какие концерты были. Охренеть вообще. Скорее бы он сдох уже. Да, как сейчас помню. Очередь была как отсюда до Плимута, если не больше. А после концерта мы гудели еще двое суток. И очнулись в отрезвителе. Так. Херовая там была акустика. Свет, кстати, тоже говно. А про жратву и говорить нечего. Но вот зато тёлочки огонь. Прям первый класс. Иногда и мне везет. Короче, не мучайся. Это все точно не то. А ты откуда знаешь? Потому что Кэрри хоть и болван, но в гитарах он понимает. А это все полнейшие дрова. Thank you.
Надо бы осмотреться. Странно, а вот этого я не помню. Все водка твоя проклятая, всю память пропил. Так, давай-ка без грязи. К водке я никогда не притрагивался. Вот бурбон, виски, текила — это моя тема. Ну, кто бы сомневался. Ну, надо признать, что мужик рубит фишку и в музыке, и в бухле. Я только одного не пойму. Че он нашел в Евродине? Ого, ты только глянь. Он тут целое святилище в честь нас замутил. И убежище заодно. Здесь код. Какой тут может быть набор цифр? Честно говоря, я без понятия. Ну, попробуй 3 раза по 69. Ха, не, это мимо.
О, интересно. Бля, вот Керри постарела. Это какого года фотка? Да свежая вроде. Смотри, вон, дата. Дата, точно. Это код от той двери, где сейф. А башка-то у меня еще варит.
Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Всем побед, удачи, пока, пока. Ты хороший наемник, Ли. Гитара тебе в нужных руках и в безопасном месте. Закрываю этот заказ и перевожу тебе награду за труд.